зрителям, подписчикам привет. Приехали на монтаж навеса, навес веранды к дому. Вот такая площадка у нас залита. На нее сейчас будем строить навес. Пока разгрузились и начнем работать. Каркас навеса у нас практически готов. Сейчас прокрутим прогоны, зафиксируем все основательно к стене и к бетонной площадке. И начнем его крыть. Заканчивается у нас монтаж навес. Навес пристрой к дому. Размер 3х10. Сейчас докручиваем поликарбонат. Подрежем крышку и все. Навес будет готов. Каркас сделан с профильной трубы 60 на 60 столбы. Также есть труба 40 на 60, 40 на 40, 20 на 40 прогоны. Шаг метр. Крепится к стене с помощью дюпель гвоздей. К полу, к бетонному основанию с помощью анкеров. Вот такой отличный навес у нас получился. Поликарбонат 8 мм, цвет бронза. Сам каркас покрашен полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока. Добрый день. Рассказываю вам про веранду крытого типа, крыша и примыкание торцов. Размер 3 вылет, 10 длина, плюс-минус там сантиметры. Покрытие крыша 8 мм бронза. И плюс примыкание крыши по торцам и по стене. Все это будет дело еще клиентам, заказчикам за стеклом, то есть стеклица или алюминий, или теплый профиль. В общем, будет теплая или летняя веранда, так сказать, полностью стекленная. Свою, так сказать, миссию выполнили, навес установили. Сейчас про него. Значит, навес изготовлен. Опорные столбы 60. Это очень мощный получился навес. Переборщили, конечно, с снеговой нагрузкой. В десятки раз, можно даже сказать. Обратите внимание, столбы 60 на 60, шагом 2 метра. Опорные балки, ферма так называемая. Смотрите. Труба, полторашка. Прогонная часть из 20 на 40. Тут, я не знаю, тут выдержит, наверное, со всего коттеджного поселка снег. Обратите внимание, даже которые усиливающие приходят, какой узел мощный. Видите? Мощный узел. Везде. Что на столбах, что на промежуточных фермах, чтобы было все одинаково красиво. Все это дело закреплено на анкера. Очень-очень большие, очень-очень толстые. По 4 штуки на каждую ферму. Плюс торцевая часть на 6 анкеров. Сами получаются столбы анкеры. Также на анкера, на пластины. Вот. На десяточки. Каркас полностью изготовлен из оцинкованной трубы. Плюс полимерно-порошковая покраска в цвет 80-17 шоколад. Вечная, так сказать, конструкция. Абсолютно он говорил априори, что это вечная конструкция. Что будет она стоять вечно. Вот такие мы изготавливаем, делаем, так сказать, на много-много десятков лет. Один раз и навсегда. Еще застеклят. Пол, стены, столики, веранда. Можно даже кухонный гарнитур поставить какой-нибудь, обустроить веранду, или в летнюю, или зимнюю. Тут уже как заказчик. Сделать можно вообще красоту. Вот. Так что смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Заказывайте нашу конструкцию, будете всегда счастливы. Какая красота леса. О, участка леса даже больше. Сидишь, чаек пьешь и любуешься этой красотой.
Ну все, до новых встреч, всем пока.